Для поддержки агросектора необходим новый комплекс мер, которые будут стимулировать аграриев страховать посевы на случай наступления чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил сенатор Александр Двойных на заседании профильного комитета. Сам закон о страховании с господдержкой заработал в прошлом году. По словам сенатора, он уже показал свою эффективность, позволив компенсировать убытки сельхозпроизводителей от потери посевов в результате климатических катаклизмов. Однако процент агрохозяйств, которые применяют этот механизм страхования, пока остается невысоким. Так, на Алтае по озимым культурам он составляет не больше 9%. В этом году погода уже дала о себе знать. Почти в 40 регионах из-за разлива рек подтоплены не только инфраструктура и жилые дома, но и посевы. Объем работы нам еще предстоит большой, потому что есть паводки, есть земли в регионах с высоким уровнем эффективности, но при этом с засухами. И здесь очень важно, чтобы аграрии, конечно, были цивилизованным таким механизмом застрахованы. Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию возьмет на особый контроль этот вопрос, заявил сенатор Александр Двойных.